Привет! С вами Тору, вы на канале Ни Санрайз, и мы продолжаем прохождение Ни на Куни. Что ж, короля Каталании мы спасли. Его палочку мы получили. И теперь пришло время нам отправиться в дальнейшее наше путешествие, и нам нужно пройти через Золотую Рощу, добраться до пустыни и найти там какой-то город. Но для начала не все так просто. Для начала давайте мы пособираем... Стоп, как оно там? Давайте мы для начала... В смысле? Ну ты же зелененьким светишься, парень. Нельзя у него просто так пособирать. Еще один прекрасный день, это понятно. Лесоруб. Ага, а он может поделиться энтузиазмом, да? Так, можешь? Так, на здоровье. Отлично. Он может поделиться с нами. Но просто если есть возможность чего-нибудь у него угнать, то почему бы и нет? Так, хорошо. Энтузиазм получен. Так, ладно, иди руби деревья дальше, а мы сейчас отправимся... Нет, не в рощу. Я не забыл о том, что здесь припрятан сундук, который мы не могли открыть, для которого нам нужна была палочка получше, а сундук находится вон там. Место, где он, я запомнил. Просто сундуки, это важно, это очень важно, вот здесь. Вот здесь должен быть тот самый сундук, если я правильно все помню, слева где-то. Да, вот он, ну-ка. Так, запечатан сильной магией, но... Чего? Волшебная палочка Оливера недостаточно сильна, чтобы открыть этот сундук? Вам как там, хорошо? Ну, мы получили волшебную палочку. Эту палочку довольно легко использовать, однако она оживает только в руках истинного волшебника. Так это же я! Самый истинный волшебник. Я не понимаю, чего происходит. Я думал, мы этот сундук сможем открыть, как только мы получим палочку блохастого, но нет. Не тут-то было. Ну ладно. Может быть, у нас появились какие-то новые заказы. О, да, новые заказы появились. А, кстати, мы же еще один заказ не выполнили. Да, надо бы поискать. Человек у водяного колеса в Каталании кажется невероятно ленивым. Ага. Ну что случилось? Энтузиазм ему нужно дать. Две печати, так? Кажется, что-то тревожит женщину, стоящую у шустрого стрижа в Каталании. У лесного жителя с восточной части холмистых просторов, кажется, возникли какие-то трудности. Один мужчина находится проездом в Каталании, кажется, потерял нечто важное. Так, ну давайте сходим, посмотрим, что у нас по поручениям. Все же за эти карточки награду мы получаем довольно неплохую. Так, какие проблемы у тебя? Так, хотя, пожалуй, я лучше пойду домой полежу. А что это на тебя нашло? Не время спать. Ой, да ладно, не шуми. У вас тут все хорошо? Это моя жена. Раньше она трудилась, как пчелка, вся в заботах. Но теперь обленилась и хочет спать. Отдыхать она, видите ли, хочет, работать не хочет, а семью кормить кто будет? Уже много дней вообще ничего не делает, охренела женщина одним словом. Но это так утомительно. Уборка, стирка, покупки. Я лучше вздремну немного, чем возиться со всем этим. Спрашивается, почему он считает, что с ней что-то не то? Самая обычная позиция человека. Я не знаю, когда черепаха... Ой, когда белка в колесе переживет черепаху, тогда я поверю, что в движении жизни пока что-то не сходится. Вы только послушайте ее. Что случилось с активной женщиной, на которой я женился? Ну, ты типа женился на ней, чтобы она тебе стирала... А парниш-то неплох. Она вдруг устала от всего, да? Точно. Как моя дорогая деятельная жена стала такой, безжизненной? Она, наверное, опустошенная, да, мистер Хнык? Должно быть, Оля. Ей нужна хорошая порция энтузиазма.
если я не ошибаюсь. Тю, так не вопрос, я же уже отжал. Так, женщина. Держи, к сердцу. Так, у тебя ведь есть при себе немного энтузиазма, да? Да, конечно. Держи. Ну и две печати полу. Вот и я как чувствовал, что нужно у того парниша энтузиазма немножечко отжать. И все, иди стирай, убирай и готовь. Что же это я? Чего я делаю? Дорогая, как ты себя чувствуешь? Дорогой, что же это я? Что же это я стою без дела? Я же собиралась пойти за покупками, да? Если я не потороплюсь, у нас на ужин и корки хлеба не будет. О, моя дорогая жена, снова как прежде. Тьфу. Спасибо огромное. Пожалуйста, возьми вот это. Три шоколадки. Ой, а шоколадки атаку повышают, ха? Три пудинга, 30 гульденов и две печати, да? Да, отлично, отлично. Нам три печати, кстати, осталось. Оп-оп-оп-оп-оп. И вот здесь мы можем что-то отжать. Ну-ка. Ты пришел за заданием? Если да, то будь осторожен. Задания могут оказаться трудными для неподготовленных. Ага, спасибо за совет. Ты тоже доброволец? Да, я хотел как следует подточить когти об кого-нибудь. Так что записался на охоту за головами. В одиночку? Ничего себе, как смело. Да не о чем волноваться, если ты осторожен. Я просто хочу внести свою лепту в защиту Каталании. А кроме того, у меня в последнее время боевого духа по самые усы. Жду не дождусь, когда смогу покусать парочку-другую злодеев. А, так может у тебя боевой дух можно отжать? Ну-ка. По самые усы, да? Это замечательно. Вот это энтузиазм. Ага, значит ты имеешь в виду, что у него он лишний. Ага. Вы не против, если мы его немножко отожмем? Отожмете? Ну, ладно. Так, хорошо, давай. А то вдруг он где-то нам пригодится, а опу, его у нас с собой и нету. А лучше быть готовым ко всему. Так, хорошо. Так, ну чувствуешь ты себя... А, еще лучше, то есть мы избыток твой забрали и тебе полегчало. Ага. Так, ладненько, пойдем посмотрим, что там еще за поручение. Чем мы можем помочь местным жителям. Значит, придется выполнять вот эти доп-задания, чтобы получить... перки, типа прыжков и прочее. Так, ты что-то потерял, да? Дорожайший друг, по внешним признакам твоей наружности, я смелюсь предположить, что ты путешественник. И это в высшей степени благое занятие. А вы тоже путешественник? Только мы выглядим немного по-разному. Весьма проницательно, мой мальчик. Безусловно, так и есть. Тетка моя была незамужней и оставила мне в наследство добрый капиталец. Так что я решил повидать мир. А почему бы и нет? Вот везет же некоторым. Не найдется монетки для нуждающегося эльфийского аристократа, сударь. О, боже, хнык. Уморительно, мой мальчик, просто уморительно. Но я не просто так слоняюсь по свету, раздавая милостыню. Знаешь ли, я пишу свои мемуары, понимаешь? Нечто в жанре путевых заметок. Думаю, ты знаком с подобным. Тебе следует прочесть их. Это превосходное чтиво. А, сейчас только... Да как же это? Не может такого быть. Что же это такое? Они исчезли. Будто бы отросли ноги и пустились на утек. Вы потеряли свой дневник? Да, по всей видимости. Наверное, забыл где-нибудь. Несчастный я глупец. Ведь это категорически неприемлемо. Мое литературное наследие пропало. Все пропало. Вот ж трагедия у бедняги. Как считаешь, может предложим ему помощь, и мы как раз получим три печати в награду? Да, конечно. Не волнуйтесь, мы поможем вам его найти. О, я должен отметить это чрезвычайно любезно с вашей стороны. Это точно. Так где вы в последний раз его видели? Так, дайте-ка подумать. Могу предположить, что это было, когда я сделал остановку у реки к северо-востоку отсюда, чтобы написать виньетку. Ага, у реки. Журчанье вот само по себе поэзия, так что я устроил привал на маленьком речном островке и принялся за работу.
Так, то есть вы думаете, что могли забыть его там, да? Ну, вероятность этого высока. Милейшее было местечко. Маленький остров, пара деревьев. Просто прелесть. Так, река, остров, два дерева. Угу, ясно? Хорошо, мы поищем. Блин, вот только... чувствую, бежать придет далеко. Так, а у тебя что стряслось? Что-то я совсем сбит с толку. Все кажется таким хлопотным. Да и все в порядке. С тех пор, как я сегодня проснулся, не могу себя заставить ничем заняться. О, так тебе нужен энтузиазм, он у нас есть. Все кажется таким бессмысленным. Абсолютно все. Да ладно, парень, существует так много совсем не бессмысленных вещей. Умыться, почистить зубы, позавтракать, ну это для начала. Но это все так тяжело. Может, я просто оставлю это на потом? Но если вы оставите на потом, то когда ваш день вообще начнется? Именно. И если ты не начнешь разбираться с делами, то они будут копиться, пока тебя не раздавят. Думаете? Но мне настолько лень. Да, но это необычный парень, ему нужен энтузиазм. Две печати мы получим. Так, да, сейчас вернем настрой. Конечно, энтузиазма у меня целая куча. Так, держи. Угу, две печати мы получим, и последняя нам останется. Угу. Ну и ну, я вдруг почувствовал прилив энергии. Шикарно. То есть вы на самом деле не лентяй? Вы просто были опустошенным, да? Я... ну, это же ужасно. Я сегодня еще даже не завтракал. Вот почему у меня так урчит в животе. А ведь мне еще нужно в поля. И чем я только занимался? Ох, то чувство, когда поесть лень. Да, друг, мы с тобой похожи. Особо ничем, приятель, особо ничем. Похоже на то. Ну, я наконец-то очнулся. И, кажется, должен благодарить вас за это. Держите, здесь немного, но, пожалуйста, примите в знак признательности. Белый хлеб и 30 гульденов. Ой, кстати, по поводу вкусняшек и гульденов и всего прочего. Так, будешь шоколад? Конечно, будешь, куда ты денешься. Так, атака. Угу, уже плюс 2. Так, отлично. Хомяч. Так, уклонение нам не нужно. Вот защита нам бы не помешала на самом деле. Давайте добьем еще потом одну атаку и еще одну защиту. Так, апнется защита же. Ну-ка. Давай, 28. Да, все. Защита апнулась, теперь нам нужно дальше апать атаку. Хорошо, прям по фунтую все. Там и близость потихоньку, сытость есть, скоро прокачается связь. Угу, ладно. Тебе нужны цветочки, точнее вода родниковая. Так, а все ли задания я принял? Ну-ка, сейчас еще на площадь забежим. Возможно, там у нас еще что-то осталось. А гульденов у нас 531 единичка. Можно еще забежать в магазин снаряжения и посмотреть. Может быть, там есть что-то хорошее. Так, что тут? А, ничего тут, кроме парня, у которого можно чего-то отжать. У кота. Ну-ка. Чтобы потом не пришлось искать. Эй, вы знаете, что скоро начнется грандиозный турнир перетягивания хвоста? Жду не дождусь размять когти. А что такое перетягивание хвоста? Разве есть в мире люди, которые не знают, что такое перетягивание хвоста? Ну как бы да, я, например. Вы слышали об этом, мистер Хнык? Да конечно слышал, парень. Перетягивание хвоста — это самое популярное занятие в Каталании. Именно, и скоро будет большой турнир. Это мой шанс показать себя. В прошлый раз я не выиграл ни одного матча, но я должен попробовать снова. Должен, да? Но это замечательно. Это будет выступление всей моей жизни. Наверное, лучше начать тренироваться. Так, слушай, ты не думаешь, что у него можно отжать немножко? Очень даже думаю. Так, не против, если одолжим? Давай. Так,
Верните нам, пожалуйста. Ну что, пойдем тогда искать родниковую воду. Так, пойдем искать дневник возле реки. Ну и, наверное, все, да, что мы пойдем искать. Если верить нашему дневнику... Дневник на холмах и красота спасет мир. Так вот, это то, что нам осталось. Ну и еще можно найти лесного жителя. Но это холмистые горы, я не знаю, как их там найти, где они вообще находятся. Но карточки заполнять нам придется по-любому. Все, покидаем город. Стоп, а покидаем ли город? Ну да, город мы покидаем, только для начала забежим в магазин и посмотрим. Возможно, мы можем слить все свои гульдены на обновление снаряжения для наших пупсов. А мне бы просто не помешало во что-нибудь приодеть и самого нашего мелкого. А ничего нету. Так. Так, посетитель да посетитель, чего есть-то у вас хорошего? Ну, это такой же рог, как мы нашли, да? Шапка никому не нужна, броня тоже. Деревенская одежда тоже никому особо не нужна. Так, это есть у него. Блин, плюс 3 защиты. Деревянный щит. Да. За 80 тю копейки ж берем. Да, используем. Так, хими держи. Зуб великана. Плюс 1 атака. Ну-ка, давайте возьмем. Ага. Ну хорошо, давайте еще одну возьмем. Оп. Так, все, мы готовы. Правда, теперь денежков нету абсолютно, но зато мы подготовлены к любому бою. Надеюсь. Так, а там... Там-то дама у нас. Тут путешественник. Ну, все понятно. Можно покидать Каталанию. И отправляться на поиски всего, что, блин, они тут потеряли. Один свой самый важный дневник потерял. Но второй-то ладно, там простительно еще. Она просто хочет украсить свою дверь. И чем же заниматься герою, который хочет спасти этот мир? Как не помогать женщинам украшать двери? Я не знаю, на что он надеется, но ладно. Река, два дерева. Вот, похоже, смотрите, там еще, говорят, остров был где-то. А вот река. Вон река. Вон река, смотрите, вон. Остров. Правда, не знаю, деревья там будут, не будут, но... Но проверим. Поехали, Оли. Вот теперь наши приключения начнутся по-настоящему. Сейчас у тебя есть настоящая палочка и все такое. Наверное, ты так и рвешься в бой, да? Да еще как. Ну, так само собой. Так, ребят, сильно не агрессируйте, я просто это... Мне нужно вон на тот островок попасть. Лишних боев я бы сейчас... А вот сейчас лишних боев я бы, наверное, избегал, потому что... Опыта-то мы за них толком не получим никакого. Ну, если и будут агриться, то ладно. Будем прокачиваться, так и быть. Интересно, сколько нам да, потом осталось. Ладно, поехали. А, да, почувствую, много нам там осталось. О, поехали ваншоты. Ясно, понятно. Что-то мы прям прокачались и приоделись. Не зря мы в катакомбах бродили. Ой, а он и апнулся. А он к тому же и апнулся. Еще плюс 2 атаки. Не, ну шикарно, шикарно. Почему нет?
Только вот где мне воду еще найти? Так, стоп, там пещера какая-то. Я могу туда пойти, интересно. Вот прям сейчас. Просто любопытно, насколько здесь это все свободно. Хотя, скорее всего, меня туда запрут по квесту. Рано или поздно. Так, слушай, друг. Хими, не спи. Давай, делай что-нибудь полезное. Ты же только что апнулся. Блин, интересно все-таки, он эволюционирует или нет? Во что-нибудь такое большое, грозное, а не вот то, что есть сейчас. А, нет, туда я сейчас никак зайти не могу, я понял. Значит, нам нужно продолжать путь к вон тому острову, если это вообще остров, если я вообще могу туда попасть. Вон, стоп, там еще и плюха какая-то мерцает. А вдруг это родниковая вода, которая мне нужна, кто знает-то? Вон, островы, два дерева, все, дневник я, считайте, нашел. Цвет равнинника, ну вот равнинник мне, кстати, и нужен был. Теперь в любом случае у меня их два. А вот на этом острове дневник, вот он. Эй, там что-то лежит на земле, да это же дневник. Наверное, тот самый, что потерял старый щеголь. Точно, скорее вернем его. Угу, вы получили дневник путешественника, и теперь можно пойти забрать свою заслуженную награду, плюс мы апнем карточку, и получим за это тоже бонусы за собранную карточку. Почему бы как бы и нет? А, вот... а стоп, кстати! Мы же идем в лес, правильно? Мы идем в золотую рощу. А помнится мне говорили, что в лесах, в каждом лесу есть свои стражи. Угу. Как бы меня босс-файт не ждал в золотой роще, но скорее всего он там и будет. А да, и в прошлой серии ведь устранять нас отправился сам темный джин. Он попросил, чтобы это задание было только для него. Вон, кстати, там тоже что-то мерцает. Возможно, возможно. Это родниковая вода, ну, блин. Нет. Где мне ее искать-то? Логично было бы предположить, что где-то возле родников, но я что-то их здесь не наблюдаю. Прям вообще никаким боком. Ну, что-то, судя по карте, ничего даже похожего на родники нету. Ну, да ладно. Хотя бы дневник вернем. А еще ж там парень был у холмистых, чего-то там, где-то там. Еще вот его попробуй найди. На карте-то он не отображается. Так, дружище, притащил я к тебе твой дневник. Вот, держите. Это ваш дневник? Да как же это? Это и впрямь он. Великолепно, ты просто спас меня, мой мальчик. Ну что вы, я просто рад, что он оказался там, где вы и сказали. Надеюсь, вы не потеряете его снова. У меня просто нет на это права. Ни в коем случае. Могу сказать, что ты заслуживаешь награду за столь бесценную помощь. Вот. Зуб великана. Твою мать, я его только купил, по-моему. Да? Сейчас проверим. Мужчина, находящийся... Так, ага, три печати. Поручение выполнено. Ну что? Ну что? Давайте теперь пойдем к этому. А, вон где книги. Где книга, точнее, где мы можем получить награду за заполненную карточку. Но сначала давайте проверим, насколько я лоханулся. Вон, да, зуб великана. Ловите, пожалуйста. Ну, у меня один слот еще свободен, поэтому... Поэтому можно сделать вот так. Два зуба великана. 36, а у нашего, ну да. По атаке они равны. Но оружие-то у... Этого, у Хими получше вроде как будет. Блин, напокупал себе этих, и в итоге мне их дают просто так. Мне теперь Гульденов жалко. Так, что ты мне скажешь?
А, ну нету. О, охота за головами. Новое задание. На юго-востоке от Каталании, в Летноземье, королевский Гривон повадился воровать урожай загородных фермерских полей. С ним нужно скорее разобраться. Получим старый меч в награду. Да, берем. Муки путешественника на севере от Золотой Рощи. Крылатое чудовище угрожает путешественникам, идущим в город. Нужно разобраться с ним, пока никто не пострадал. 4 мороженых и 80 гульденов, да конечно, берем. Награда за заслуги. Вот чего я хочу. А, так стоп, оно еще и на выбор. Позволяет прыгать во время бега. Умение не самое полезное, но забавное. Позволяет немного быстрее бегать по холмам и равнинам огромного мира. Наверное, вот это я хочу. Вы обменяли карточку заслуг на награду за заслуги. Во как это работает, блин. То есть, а вот тут все, приехали. Карточек у нас нету, нужно заполнять новые. Ага, а может быть тогда новые поручения появились после того, как... Да, особо, знаете, нет. А вот как эта система здесь реализована, ну ладно. Ну вот, а теперь я полностью свободен, и теперь-то уж точно я могу с чистой совестью отправляться в Золотую Рощу. Нет, там точно будет страж. Мне первый-то не особо понравился, второй, я думаю, будет еще в разы сложнее. Но придется превозмогать и как-то с ним справляться. Ну а на этом, ребят, мы эту серию закончим. Спасибо за просмотр и пока!